Проиграл. Так, я с тобой. Это что сейчас было? Второй случайно отгреб, да? Ну что живой, что ли? Спрыгнул и умер. Сау. Чебупели Борджи. Здорово, парни. Ну шо, отправляемся еще немножечко в For Honor. Какого хрена здесь делает ассасин? Это же сам Эцио Аудитори Деференци, который говорит реквестка импачи. Анус поврежден. Вы попали во временное искажение, в результате которого Эцио и Чезаре оказались там, где им не место. Возле параши. Кто из нас ассасины? Погоди, а как нас должно раскидать? Мы тамплиеры, получается. Нет, я хочу быть ассасином. Отец этого индейца, как его там, блядь, звали? Хью Хефнер. Просто три ассасина нападают. Рейдены какие-то. А я-то под прикрытием, смотри, польский тамплиер. Польский. Получай. Тут чел в костюме Эцио. Тут Эцио? В смысле, где? Где я стою, тут Эцио. А, вон Эцио, ну-ка надо пойти сфоткать. Не мешайте мне, мне надо запечатлеть. Скинул хвост на пацана. Нифига, он молодой. А нам надо Чезару завалить. Пойдем Чезару вольнем. Бот уже приступил к уничтожению Чезары и получил за это. Ты бы назад обернулся. Не, нихуя. Я вижу, что ты поддерживаешь. Красиво ты сделал, блядь, дядя. Бля, раз на раз с Чезарой дерусь. Дядя, кто из нас доходил спасибо до этого? За предательство. Да какой Я за нас с самого начала и до конца. За тебя побежал впрягаться, и меня взяли в плен. Блин. Я хочу такой скин. Подними меня, пожалуйста. Нет. Чё ты на эту перхоть смотришь? Улетел. Втроём его. Ярость не накопит, надеюсь? На колени. Зачем вы сбиваете анимку? Какую анимку? Мы его сейчас в анус обратно запнем. Улетел. Двоитель Чезары Борджиа побежден. Слышал, орлята засвистели. А в Штейцу убили. Су, как там пацан в комментариях говорил, самый кайф, когда на тебя вдвоем нападают. Да я не на того хочу напасть. Он в ярости от меня. Помогите. Куда все убежали, нахуй? Я дрался. Ты умер? Да, не кричи на меня, я умер. Ты умер? Да, я умер, не кричи. А чё наш стоял все это время? Так это бот, он наблюдал. Мы не стреляем, мы наблюдаем. Мы не хотим стрелять, мы наблюдаем. Ты чё жопой мне на лицо? Еще раз хочешь? Да, долго ты меня ждать будешь. Смотри, что делает. Хватит прикалываться надо мной. Пора закончить с этим. На! Держи, достойно. Не будешь мне больше жопой на лицо садиться. А все, мы не вернемся. Выбейте их с линии, сука! Додрался. Ясно, я теперь Патрик Звезда. Заходи, не бойся, выходи, не плачь. Пидорок у них этот татуированный, якудза ебан. Татуированный пидорок. Он меня одолел. Паскуды твари, замес на замес. Плечом к плечу. Все, а теперь надо ответный удар нанести им. А где там пиздецо? Он же где-то должен быть пиздецо. Вот здорово, пацан. Это кто меня так чпокнул сейчас? Эцио? Пиздецо бегает по карте, алё. У меня что-то такое чувство, что Эцио вообще драться не умеет. Да Эцио, он молодой еще. Блин, меня больше всего бесит его вот эта круговая атака, когда он начинает... Грязь! Ленинская бомба упала. Как они сломлены? Я только что лично зачистил там ворота все. Вот геи, а? Ты посмотри-ка, с беспилотника наблюдаю за этим. Военные преступления запечатлены. Поражение. Да петухи. Сейчас своих пацанов позовем. Вот у этого пацана, он новичок у него, 130-й престиж, короче. О, с нами лягуха. Тебе надо тоже щит с лягухой сделать. Ой-ой, приплываем, пришвартовываем, пацаны, аккуратнее. Слышал там звук? Да. Что там? Где там горец? Горец уже под нож лег. Так, ну надо пока на низах разобраться. Каких нахуй низах нас тут пиздят? Герой корпоратов, пидорас Андрей Муратов. Неплохо, неплохо. Бля, да. Дядя, аккуратно, из тебя кетчуп вылетел. Мне показалось, там бот сказал, а я Путин. Чебупелин. Чебупели Борджи. Один остался. Всё, давай. И он, блядь, там стоит с Чезарой. Давай добиваем Чебупелину. Не, можно просто подождать.
3 минуты. Надо всего-то вот этого пацана убить, и все. Эту бабу по дороге забили еще. Получай, Чезаро, это победа. Ленинская бомба не поможет. Вот они, топовые пацаны, слева направо. Нажмите Б, чтобы позвать на помощь. Помогите. Опять дождь. Замковые самураи готовы атаковать. Я устала. Давай. Один удар. Отлично. Ой, молодец. Паскудник лорд Рейден. Не получилось, да, серию нанести? Опа, а как это? Я так упал. О, началось. Вроде бы и престиж у пацанов, а оказались петухами. Как там тип писал? А чё вам не нравится, что вдвоем на одного нападают? Ну, надо же поотрабатывать удары. Это то же самое, что на тебя в школе в куче и накинутся типы, бля. Чё, отрабатывать удары, что ли? Неправильно сравниваешь. А что? Типа, он имеет в виду, что типа, вот так игра задумана. Так название режима какой? Дуэли. А в дуэлях что делают? Сражаются один на один. Это то же самое, что если бы Пушкин с Дантесом стреляли, со стороны Дантес еще бы вышел кто-нибудь. Вот они вдвоем бы одного стреляли. Надо же отрабатывать удар. Я на эту Валькирию уже смотреть не могу. Меня убили. Казнило. Давай. Сбей уже бежит нахуй. Где? Слева, сзади тебя. Че, пиздим его вдвоем? Да он и сам ляжет уже, этот парнишка. Давай, оставь себе только Валькирию победить. Да, я это делаю. Да! Лежать в грязи. А? Вот так же писькой размахиваю, как шаш. Этаки переигровку захотели. Блин, а кого они возьмут теперь? Ты знаешь, соревнование донатеров, у кого какой герой. И вы такие, типа, вдвоем с Валькирией только берете основных, а мы с этим меняем. Смотри, какой, блядь. Блин, мне чё-то какая хулиганка. Кадык ему отгрыз. Я тебе кадык отгрызу, сука. Да, 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 честь. Началось, отвага и честь. Такие, эй, Бэтмен, мы вдвоем только можем победить. Надо их дернуть и идти дальше. Мстить. Ну я же говорил, взял блядского монаха. Это из унесенных призраками масочек. Немножко другая была маска. Чё у него за головешки там внизу? Ты его родители. Чё-то их там трое, походу. А, там их четыре вообще-то. Два отца и два любовника. Я что-то Мортхаус вспомнил, такой, на вот этой вот кровати, на вот этой вот кровати. На вот этой вот кровати сегодня ты будешь греть меня, понял? Нет. Что, мы честно деремся? Так же, как они. То бишь, нечестно, да? Да, да, да. Нравится, не нравится. Умри, моя красавица. Я чуть вискарь не разбил. Ломай, ломай, ломай его. Держи еще, казнь тебе, мальчик. Нравится, как тебе щеку рвут? Вспомнил? Ослабляйся, блядь. Это контрольная точка всех наших поражений. 2-0. Победа! Красава. Добил эту паскуду. Контрольный удар. Че, нравится, не нравится? Все, пацаны, на свое место. На парашу, слева Шаокан. У нас в классе был типок. Ну, который не очень такой развитый и умственный, знаешь, он во все верил, такой ведомый был, ему что не скажешь, он верил. Мы, короче, в столовку пошли, советской постройки здания с высокими потолками, и там фрезочка была из дерева такая нарисована, какие-то там эти воины там дрались. Мы с одноклассником говорим этому ведомому, типу, смотри, это, короче, скриншот из нового Ассасина, он такой, да, что, серьезно, блин, нифига, надо скачать. И он, короче, без всякой иронии, без сарказма это говорил. Он так искренне верил, что это был скриншот вырезан из игры. Какая же грязь. Надеюсь, он не прыгнул с крыши. За Эцио, за царя. Проиграл. Так, я с тобой... Это что сейчас было? Второй случайно отгреб, да? Достойно, да, согласен. Меня бесят вот эти вот свои, блядь, спинки ставят. Отлетай. Убивай его, чё ты? Сейчас убьем, чу. А чё он казниться даже не захотел, а? Пацаны, это славный бой. Не расслабляйся. Не расслабляйся, блядь. Отлетел. Убивай. Да пацан, иди чим-чим жуй свой. Потные руки делают свое дело. Е-бой. Викинг, это уже серьезная заявка. Продолжаем. Блядь.
Я сказал, продолжаем, блядь. О, началось. Пацаны сосать начали, и все. Да ёпта, что за close quarter? Меня убили. Понятно. Я сразу да, убил. Да, я отдохну. Но он все время пытается на оранжевый удар выйти. Красава. Ну выйдет она только в ящике отсюда. Че, как он, рыцарь? Да такой себе калич тут. А че за, А че такое? Кто кого бьет? Так, давай. Начинаем, бля. Сами напросились. Я не знаю, что началось. Не, пацаны, вы сами побежали. Что за фигня? Да. Все, и вот он спамить пытается нахуй. Под хуйней. Да, да. Удачи. Я уйду непобежденным отсюда. Прошу прощения, дочерей чьих. Матерей. Ебал матерей. Да, да, да. Я хотел зацензурить это слово. Рамусу тогда возьму. Надо усложнить, да, жизнью. Кэнсэй на Кэнсэя пойдет. Надо было эту бабу взять с отравленным копьем. Чтобы еще ему усложнить жизнь. Да, да, да. Кладбищенский аромат. Финалочка. Прямо чувствую запах лемуриевого хвоста. Судаки, блядь, кончил. Так хватит, парень. Прекрати это безумие. Больше не могу продолжать это дерьмо. Получай. Что-то какая-то жесть началась прямо. Мне аж стоя хочется играть. Прям как на коленях. На презентации E3. Стоя на коленях, не, я не хочу. Как я мог принять этот вонючий удар? Уворот и удар. Готов. Прошу прощения викингов, чью могилу я ударил только что. Что-то пацаны преисполнены, да? Победа еще одна. Ну и сами захотели посложнее. Пацаны достойно ушли. На тот свет достойно пацаны ушли. Это просто твой час пик везения. Час пик. Запомни это время. О, у меня уже 10 тысяч. Кто это такие? Просроченный хомяк? Китаец статрек. Это Dead by Daylight. Ну, я против китайцев. Ой, началось! Ой, началось! Что за спам? Что за, блядь? Как он это все делает, блядь? Да-да-да, там спам вообще тотальный, тотальный спам. Ну, я убил китайца. Меня убили. Где он меня казнит? Чё? Еще одного туда же отправим. Победа! Убил. Он меня казнит, бля, чё ты там стоишь? Ну, бля, мы же какие-то вроде честные пацаны. Ну, так мы честные, но во время казни-то, бля. А, ну или мы вообще честные, что, блядь, даем казнить. Ну, а чё, блядь? Ну, они тебе не будут давать казнить. Не будут? Конечно. Ну, я их сам казню тогда. Китаец попался в мою мясорубку. Отличная победа. Пацаны, простите. Прошу прощения матерей, ребят. Пацаны отгребли. Да не, это не иначе, как скилл называется. Эх, пацаны, я думаю, на такой ноте надо ливать.